Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Куда ты? Вот, смотрите, пошел, подплыл на самую поверхность, подышать. У нас же дункалиозавр, так же как и мозазавр, дышит воздухом, в отличие от дункалиостея. И так, у нас появилось, еще купил двух дункалиозавриков. Итого, мы сегодня сделаем с вами 30-го дункалиозавра. И где же мы будем его, так сказать, обкатывать? Давайте сейчас мы перейдем в наш следующий турнирчик, который у нас тут есть. Что скрывается внизу, это не наш турнирчик, у нас турнир чудовища глубин. И здесь у нас такие вот некислые противнички. Так, нет, не свирепость, а атака. Первый пойдет кто? Допустим, умунозавр пойдет. Потом он как раз подменится на пещерного, там пойдет дункалиозавр и пойдет гиликус, например. И да, у нас тут через 2 часика начнется новый босс. Бить все равно 3 удара можно сделать один. Только следующих нужно 2, не, можно даже по одному, 3 по одному, будет все нормально. Так, давайте 2 поставим защиту. Он нас не пробьет. Хотя очень хотел. Давайте 3 поставим. Перенос. Ну там, конечно, нехорошо. Там Далихренхопс идет. И он захочет съесть нашего дункалиозаврика. Мазазаврика, дункалиозаврика. И блин, все 4 поставлю хоть. Ну только для того, чтобы сберечь дункалиозавра. Главное, чтобы из-за этого не проиграть. Ах ты ё-моё, было всего лишь 3, да? Если я подменюсь и проатакую, то будет, конечно, неприкольно. Даже вот не знаю, что тут делать. Гелику сам пробивать хайнозавра будет очень не по приколу. Рискую! Не, хотя лучше хайнозавра было пробивать. А, нам фартануло, нам дико-дико фартануло, ребят. Меняемся обратно. Раз, два, три, раз. Ну вот так вот как-то. Ух, выкрутились. Вообще-то нужно... Че-то я взял 10-го, нужно было 20-го делать. Сразу же. Правда, не знаю, сколько у него там баллов. Ладно, вроде не осталось. Наверное, надо было сразу слить их. Да, у нас же всего тут 3 боя. Ну ладно. В каждом бою у нас будет дункалиозавр. Так, отлично, что у нас там дальше? Так, Геликус 59, 73, уху-ху. Ладно. Давайте пойдем поплаваем. Так. Срочно нужно эволюционировать, как этот первородный зерх, эволюционируй или умри. Так, что у нас меняется? Уже вижу, какие-то плавнички добавляются. А, ну да. Но эту форму мы все прекрасно с вами видели и знаем.
Ам-ням-ням. О, прикольно, даже тут видна анимация, как он ее доел. Отлично. Отлично, тогда возвращаемся дальше к нашим пирогам. Так, гигантский артакон. Он подменится на вот этого парнишку. Блин, протостега. По атаке, пожалуйста. Там будет Генодус и Дунклеозавр. Погнали. Так, ну сейчас, наверное, не будем атаковать. Мы за два удара его пробили. И он за два удара нас тоже пробивает. Давай вот так. Давайте еще раз попробуем. Давай, на три. Снова на два протокола. Ну ладно, время тебе умереть. Раз, два, три, четыре. Не очень, конечно, прикольно, когда он не все баллы потратил, но ладно. А так оно все четыре, а вот это хорошо. Сейчас у нас как раз будет время для... для Дунклеозавра. Так, два удара и хана. Три переносим. Может, короче, мы попытаемся еще и Дунклеозавром съесть Генодуса, если он нас сейчас не проатакует, то я буду атаковать на максимум. Он, по идее, не должен. У меня три балла, он меня не может прокусить. Да. На этот раз он поступил разумно и умер от этого. Пять ударов. Ах, красавчик-то какой. Очередная победа в копилку Дунклеозавра. Так, и время сделать нашего 30-го. Так, посмотрим, насколько сильно он сейчас изменится. Наверное, не сильно, да, только еще станет более яркая раскраска. Ну хорошо, что за один раз она тут все прокачалась. Ах, прекрасных два ряда зубов. Так, ну и, в общем-то, да, без изменений. Чуть ярче стало... О, о, текстурки прогрузились. Поярче стала окрасочка. Алёп. И докушал акулку. Так, ну что, докармливаем. Очень дорого стоит. Сейчас идет скидка на них, но стоит он вообще дико. Много, под 60 тысяч генов. Давайте, кстати, прочитаем. Так, эволюция 2 мы читали. Эволюция 3. Благодаря более крупным плавникам дунклезавр плавает куда лучше мозазавра. Так, давайте сейчас сравним. Ой, куда-то я вышел. Где тут наш мозазавр? Вот наш мозазавр. Плавники, ну да, покрупнее. Все-таки можно сказать, что так и есть. Отлично. Ладно, идем дальше сражаться. Так, по свирепости он у нас на первом месте.
и по силе удара уже, да, увы и ах, на 30 уровне, да, тилозавр уже пасет задних. Так, берем Артакантуса. А он подменится сразу же. А там, давайте возьмем двух самых сильных дымагеров. Не так, вот так. Ну, я не стал брать еще рифовый. Давайте проатакуем. Защищаемся. Так, ну сейчас он уже будет нас пробивать. Прикольно сейчас будет у нас. Дунклеозавр против Мегалодона 143 уровня. Это битва. Так. Давайте сейчас немножко на них посмотрим, как они тут смотрятся. Ну, кстати, да, есть что-то общее. У нас Мегалодон стал тоже бронированный на 40 уровне с шипами. И к этому стремится у нас и Дунклеозавр. Он тоже бронированный. Да. Но еще, конечно, не настолько укреплен, как вот этот наш Мегалодон. Рычат друг на друга. Так, ну что, время его скушать. Правда, так, что-то я по ударам вообще не запомнил, что да как. Смотрите, как легко мы его пробиваем. Вообще, по изичу еще и куча баллов осталось. Один удар и хана. Так. Давайте, может, вот так сделаем. Попытаюсь двоих пробить дунклеозавром. У него все-таки удар помощнее будет. О, 8. Атакует всего лишь на 6. Так, 8. У него 2 балла есть. Кстати, может быть, ситуация для нас очень плохая. Если он не поставит в защиту, если у него будет на следующих хоть 6, я 2 удара, наверное, не выдержу. Скорее всего, нет. Мы только что проиграли, ребята. Но это из-за того, что я попытался дунклеозавром двоих пробить. Ну, потому что 2 удара он сейчас нанесет, я их не выдержу. У него будет 6. И пробивает нас. Ну ничего, мы сейчас этот боёчек тогда переиграем. Но зато мы увидели трупик дунклеозавра впервые. Впервые, да, прикольно. Такой подвис. Хотя у мозазавра не рыба, у него уже нету воздушного пузыря, и он бы утонул. Он бы пошел на дно. Так. Ну, дунклеозавра надо освободить. Освободите Вилли. Ну, у нас тут все довольно просто. Сортируем по атаке. Мы что можем сделать? Мы можем подставить Хайнозавр. Ладно, не будем подставлять так. Так, Бананич тогда пойдет. Пойдет Рома Лео. Ну и Дунклеозавр. То есть я думаю, проблем сейчас у нас не будет. Давайте укусим. Ой, зря, наверное, я сделал это. Сейчас же тилозавр меня пробьет за один удар. А, даже... Даже вот этот парнишка пробил меня. Нехорошо получилось.
Я пробиваю его. Он подменится на плезиозаврика. А что там получится в итоге? Так, два удара, это не страшно. Так. Ну, давайте так попробуем. Ой, пробил. Так, ну все тогда нормально у нас. Если он сейчас пробивает ромалиозавра на 3, то мы его с легкостью съедаем за 5. Ну, ты не захотел. Ну, ничего. Атака на все 6. И мы атакуем на целых 8, ребятки. Супер удар. И это победа. Так, ну, мы дрались ради какой-то фигни. Тут была вся фишка, конечно, в самих сражениях. Посмотреть, как смотрится динглиозавр против остальных водных существ. Вот такие вот дела, ребятки. Ну, а у нас птичка Додо будет скоро. А на этом я с вами прощаюсь, ребятки. До скорых встреч. И мы будем разблокировать мозазавра, кстати, уже вот совсем скоро тоже. Всем пока.